Яркий и незабываемый облик, крупноформатные панели с эффектом хамелеона. Фасады здания в зависимости от угла зрения и направления света меняются, становятся непредсказуемыми и завораживающими. Строящийся торговый центр уже называют примером органической архитектуры, особенностью которой является стремление создавать гармонию человека с окружающей средой. Современные большие окна сразу привлекают внимание в том, что арендаторам, да и всем жителям и гостям Белгорода здесь понравится, можно даже не сомневаться. Новый объект, он всегда является точкой притяжения, а объект с именно таким выразительным образом, он неминуемо будет привлекать людей. Так как у нас сейчас архитектура работает не только на красоту, а прежде всего на функциональность, то я думаю, что этот объект будет привлекателен и для арендаторов, и для посетителей, потому что там будет максимум удобств. Парковка, торговые площади и возможность посетить рынок. До центрального рынка из торгового центра можно будет за считанные секунды добраться по новому надземному пешеходному переходу. Мята гармонично сочетается с реконструируемым торговым зданием рынка и всегда будет являться частью пейзажа и смысловым центром улицы, объединяющим многоплановое городское пространство. Белгородцы уже ждут, когда откроется торговый центр. Осталось совсем немного. Осенью двери Мяты распахнутся для любителей шопинга, вкусной еды и просто прекрасного времяпровождения. В центре абсолютно некуда сходить. То есть, если торговый центр, ехать куда-то либо на Харгору, либо Мегагрин, да, тут поблизости, в принципе, нет, только рынок. Поэтому, естественно, конечно, очень хочется, чтобы побыстрее открылось, чтобы, наконец-то, можно было где-то поблизости покупать вещи, да, никуда не ехать, просто вышел из дома, прогулялся, все. Стилистически весь комплекс соотносится с новыми жилыми районами, которым свойственно ощущение спокойной, уютной и комфортной жилой среды в сочетании со стильными фасадными решениями. Таким образом создается эффект привязки нового комплекса к месту, а не постановки на этот участок случайным образом. Этот стиль создает теплую, спокойную, комфортную среду. Идет комплексная реновация территории. Вы знаете, что строится новый жилой район на улице Попова. Он как раз будет выходить в сторону Белгородского проспекта. Вот этот замечательный паркинг, обновленный рынок. Все это новая жизнь, новые условия и новое видение в архитектуре. Мята – это свежий взгляд на шопинг, высокий уровень сервиса и инновации, которые по достоинству оценят покупатели и арендаторы. Корпоративная культура, сфокусированная на потребностях клиента, основа философии управляющей компании, нацеленной на долгосрочные, лояльные взаимоотношения с арендаторами и посетителями. Виктор Апальков, Александр Подобный, к этому часу. Белгород.